Вас приветствует магазин Пнемат 24. Это сюжет о спасательной накидке. Это гермочехол, габариты его 210 на 130 сантиметров. Принцип у него очень простой, по сути это экран, который сберегает потерю тепла вашим телом. Подобный принцип используется в космических кораблях. Наверняка видели, что внутренний контур кораблей покрывается каким-то отражающим элементом. Вот это вот примерно то же самое. Зачем эта штука может понадобиться? Во-первых, она в сложном состоянии очень компактна, около 2 спичечных коробков по своему объему занимает. Вы берете ее с собой на какой-то крайний случай. Допустим, вы провалились под лед или очень сильно промокли в холодное время года. Снимаете одежду, разводите костер. Пока сушится одежда, вы находитесь в раздетом состоянии под этой накидкой. Высохли, сложили, положили обратно в рюкзак, одели сухую одежду и пошли. Или самое простое применение, можно просто ей защищаться от дождя, накрыть что-нибудь. Она тоненькая, выглядит как фольга, но на самом деле вещь достаточно прочная. Также есть сюжет, где с помощью этой штуки транспортировали, условно говоря, раненого человека. К сожалению, у меня каким-то образом ее испытать не получалось, в Москве сейчас плюсовая температура, но я для вас дам сюжет на канал одного человека, который очень подробно все о ней рассказывает. Очень интересная вещь, советую посмотреть. Ну а для того, чтобы купить эту штуку, вы можете нажать на кнопку в левом верхнем углу. Это был магазин Пнемат 24, спасибо за лайки, до новых встреч!